Приветствую, друзья! Сегодня будем разбирать песню из репертуара Ума Турман. Песня называется «Проститься». Сыграем ее в родной тональности ля минор. Сыграем вступление, соло. Также я сыграю во вступлении. Это же соло повторяется в конце песни. Вот, сыграем первый куплет, припев. Они тоже играются одинаково, так что нет смысла играть всю песню. Итак, сыграем и разберем. Поехали! Ожидание невозможного ранним утром просыпается от движения неосторожного, как молчание ледяной зимы нас закутало неизвестностью. Здесь так долго друг друга искали мы и, конечно, пропали без вести. Проститься нету сил, закрываю я глаза, закрываю, сквозь туман уплывая по аллеям столицы. Проститься за потери, потеря, и года полетели за дождями метели, перелетные птицы. По традиции, конечно, разберем аккорды сначала. Первый ля минор. Аккорды простые, но я расскажу. Первая открытая, вторая струна на первом ладочке, третья, четвертая на втором и пятая басовая открытая. Будем играть перебором, так что буду говорить, какие басовые струны играть на каком аккорде. Итак, ля минор. Дальше аккорд ля сус 2. Убираем указательный палец, открываем вторую струну. Все остается то же самое. Дальше ля мажор септаккорд, вторая и четвертая струна на втором ладочке, бас тоже пятая струна, открытая. Следующий аккорд ре сус 2, первая струна открытая, вторая струна на первом ладу, третья на втором и четвертая басовая открытая. Следующий ре минор септаккорд. Вот как мы сейчас держим, опускаем указательный палец так, чтобы у нас прижалась две струны, первая и вторая. Итак, прижаты две первых и третья на втором, басовая четвертая. Понятно. Дальше си минор 7 минус 5. Вторая и четвертая струна на третьем ладу. Третья и пятая струна на втором ладочке, басовая пятая. Дальше аккорд ми мажор септаккорд. Первая открытая, вторая струна на третьем ладу, третья струна на первом ладочке, шестая басовая открытая. Дальше аккорд соль мажор. Первая шестая на третьем ладу, пятая на втором, басовая шестая. Следующий аккорд до мейдж септаккорд. Прижата четвертая струна на втором ладу и пятая басовая на третьем. Дальше фа мейдж септаккорд. Первая открытая, вторая струна на первом ладу, третья на втором, четвертая на третьем, она же басовая. Вот, пожалуй, все аккорды в этой песне. Итак, разберем перебор. Что мы играли? Итак, во вступлении играем аккорд ля минор. Играем 5, 3, 2, 1. Дальше открываем вторую струну, играем 3, 2, 3.
Дальше аккорд ре. Играем ре сус 2, септаккорд. 4, 3, 2, 1. Дальше прижимаем первую струну. Играем первую, вторую и третью. Вот так. Вот на этих двух аккордах играется все вступление, проигрыш. И также начинаем куплет из этих же аккордов. Два аккорда первых играется. Дальше си минор минус 5. Здесь играем перебор такой. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. И следующий аккорд ми. Играем 6, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Давайте куплет сначала сыграем. Вот так играется два раза, два круга. Дальше выходим на припев. Играем так само, как мы ре минор, вернее, ре 7 сус 2 уже играли. Аккорд соль. Играем 6, 3, 2, 1, 3, 2, 3. До мейдж. Играем 5, 3, 2, 1. 3, 2, 3. Дальше си, си минус 5. Так само мы уже разбирали. Ми, септаккорд, так само. Вот, ноля вышли, так само сыграли, как во вступлении. И выходим на септаккорд, играем 5, 3, 2, 1, 3, 2, 3. И снова на повторение припева. Понятно, куплет, припев мы разобрали. Дальше, что я еще играл перебором, игралось соло, дальше не вступление, а соло на электрогитаре, игралось так. То есть играем ля минор, 5, 3, 2, 1, дальше открываем сус, аккорд ставим, то есть вторая открытая, и играем 2, 3, 2, 3. Дальше аккорд ре. Играем аккорд септ ре. Ре минор септ. Играем 4, 3, 1. Открываем первую. Снова прижимаем. Играем ее. Дальше 2, 3, 2. Сначала.
Вот так. И в конце песни игрался аккорд ля сус 2. Вот. Итак, мы разобрали то, что игралось вот на гитаре как аккомпанемент. Давайте разберем, что игралось соло. Итак, разбираем соло, что игралось во вступлении. Играет четвертая струна, седьмой лад. Дальше третья струна, девятый лад. Десятый и девятый. И третья, седьмой, дальше. И выезжаем из седьмого на девятый. Дальше. То же самое, но два раза играем на третий. Дальше. Делаем подъезд так же, как мы уже делали только что, из седьмого на девятый. Третья струна. Дальше. Играем, вот пришли на девятый лад. И снова играем эту же нотку. Сыграли ее и одной левой рукой ушли на седьмой лад. Дальше. Так само мы делаем из седьмого на пятый. Дальше третья и четвертая, пятый лад. Три, четыре, три. Дальше. Четвертая струна, седьмой. Третья, пятый, седьмой. Дальше. Играем полтона хаммер из седьмого на восьмой лад. И пул. Снова третья на пятом и четвертая на седьмом. Давайте сначала. Вот так. Дальше. Вторая часть идет вступление. Начинаем так само. Вот две фразы повторяются. Дальше. Играет третья струна. Подъезжаем из седьмого на девятый лад. Дальше первая. Седьмой лад, восьмой и седьмой. Дальше. Вторая струна. Восьмой лад, третья, девятый и четвертая, десятый. И вышли на третью струну, на седьмой лад. Дальше играет третья струна, пятый лад, четвертая, седьмой. И третью из пятого на седьмой выезжаем. Дальше. Играет четвертая струна, седьмой лад. И третья струна, 4, 5, 4. Четвертая, пятая. И выехали на седьмой. Давайте вторую часть сыграем. Вот так. Ничего сложного. Давайте разберем следующее соло. Начинаем играть по аккорду ля минор. Пятая, четвертая струна, седьмой лад. Третья, пятый. Третья, седьмой. И из седьмого выехали на девятый. Третья струна. И дальше вторая струна, восьмой лад. Дальше играет первая струна 10, 7, вторая 8, третья 9.
Дальше. Играем третью струну. 7-9. Сыграли 7, быстренько на 9 и вернулись на 7. И на четвертую, десятый лад. И потом два раза четвертая там же. Дальше. Играет третья струна. 7-4. Четвертая, пятая лад. И пятая, седьмой. Дальше. Выезжаем на седьмой лад пятую струну. Четвертая, пятый лад. Снова пятая струна на седьмом. Шестая на восьмом. И шестая на пятом. Дальше. Шестая играет восьмой лад. И выехали на десятый. И в конце играем пятую струну. Из пятого на седьмой выезжаем. И шестая на восьмом. Давайте все соло сначала медленно сыграем. Вроде бы и все разобрали. Пробуйте, у вас, конечно же, все получится. Желаю успехов. Спасибо. Пока.